нет. Что там? А что называется Hard Level? Давайте этот вот найдем. Ох ты. Блин. Простите, игрушка. Так, ладно. Заяц. Ой, блин. Так, 7 штук. Надеюсь, остальные не собираются падать. Быстрее, быстрее. Отлично. По-моему, медальку получим, медаль. Серебряную. Круто. Вот он. Хочу его перепрыгнуть. А, условия. Секунду. 5 штук сохранить, 40 секунд проехать. Да, 5 штук сохранил, конечно же, сохранил. Давай еще разок. Жучая мексиканская машинка. 5 штук. А, что мы? Переворачиваемся. Все равно мы теряли последнего наша плюшевую игрушку. Боже мой. Ах ты. Динамит не взорвался, но я потерял все равно одну игрушку. Кувырок? Блин, ладно, не хочешь, я так сделаю. Я пока ржал, я забыл, сколько я должен пройти этот уровень. По-моему, секунд за 50. Честно, не помню. Нет, нет. Ах ты, блин. Я, кстати, понял, почему hard level не открываются. Сейчас мы допройдем. Блин. Ау. Голубой слоненок. Я, короче, пойдем этот уровень, надеюсь, и я вам объясню, почему открывались те уровни. Да блин, что я делаю? Давайте другой уровень выберем. Вот количество медалек. 24-27. Нам нужно собрать еще 3 медальки где-нибудь. И уровень откроется. Сейчас пробую здесь собрать. А просто выбрать было путь уровня, который самый легкий. Это был легкий был уровень. Так, так, так. Нет, не собрал. Так, нужно было 5 штук. А, я не успею. По-моему, будем потратить 6 секунд.
Нет, не хочу этот уровень. Вот, давайте здесь. Как я сохранил 5 штук? Так, ладно, притормозить. Да быстрее ж ты. Есть. Сколько у меня было секунд? Давайте перепройдем уровень. 35 секунд. Может быть, успею. Нет. Уже не успею. То есть не успею, я потерял все игрушки. Да блин. Да, ху-ху, блин. Ну и пофиг. Я пятачок. Семь штук. По-моему, прошел. Сколько он был? Блин, 6 штук. Что пройти? Давайте. 5 игрушек, 45 секунд. Нормально. Хотя обычно, если только времени дается, явно что-то подвох. Нет, тихо, поехали. Есть. Так, не это.